Приветствую вас, дорогие наши зрители «Зимнее выживание» пролога. Ну что ж, у нас сегодня выживалка. Испытание выживания в суровых зимних условиях. И в нашу систему здравомыслия посмотрите, что произошло до того, как произошли события зимнего выживания. Вот. Все, что хотели сказать. Вроде написано, что есть русский язык, но по отзывам уже смешаны. Очень много плохих и очень мало хороших. Так, что у нас по яркости? Так, хорошо. Предлагаю сразу же добавить игру вишлист. Как мы можем сразу же добавить игру вишлист, если мы даже не знаем, что это за игра? Так, давайте любой профиль создадим. Вот так вот. Все, выбираем. Так, настройки. Геймплей. Ну, языков много. Франция, Италия, Испания, Португалия, Украина, Россия. О, прекрасно. Есть русский язык. Уже за это я... даю вам плюсик. Эпические настройки выбраны. Надеюсь, действительно, что все будет работать. Прекрасно, но если что, будем подрезать. Выберем, конечно же, легкий режим, потому что я не знаю, что он из себя представляет и как из себя представляет. Вы можете починить и улучшить свою одежду для лучшей защиты. Ну, хорошо, я попробую. Есть анимация огня. Это уже выделяю какой-никакой плюсик, потому что многие совершают огромные ошибки. Непонятно, грузится или нет. Может, это будет нормально, просто дыши, Джоэл. Ага. Ого, по графике как. Тебе больно? Нет. Хорошо, помнишь пещеру? Пойди и спрячься, я буду искать Мика. Ух, сколько волков-то. Ни за что, я никогда не доберусь туда один. Ты сможешь, просто держи радио включено, я скажу, что делать. Ну слушай, ну достаточно сочно. Оп. Черт, волки, с высокой травы спрячься животное. Смысл типа, ух, ебать. Хорошее начало, уже волки. Подожди, пусть они пройдут. Так, подожди, нам сюда, да? Высокую траву. И типа, ну я же не поверю, чтобы животные как бы... Ты знаешь, что делать? Как будто они не слышат, ага. И нюха у них как будто... Ой, блядь, здравствуйте. Серый. Перехитрить стаю. Так, ну они вроде ушли за угол. Они хоть по кругу, да, я так понял? Давай вот сюда, в эти камыши какие-то непонятные зайдем. Дальше через кусты. Assassin's Creed, ёпта. Эти сволочи преграждают путь. Отвлеки его. Видишь, вон ту ворону, попробуй отпугнуть. Поднять снег? Ебать, прикол. Так, все хорошо. Аля, ну прикольно, слушай, уже, как сказать, искусственный интеллект. Так, мы в траве. Мои руки отморожены. Ты согреешься в пещере. Ля, тут тоже волк, что ли? Я ничего не могу сделать, чтобы отвлечь. Ты Джоэл? Бля. Не бери в голову, они ушли. Давай запрыгивай срочно. Не двигаться. Ебать, Миша. А как он следит за нами? Так, тут Михаил. Да, Михаил лучше не это. Поднимите по лестнице. Какой лестнице? Возьми палку, ёп. У тебя есть это. Возьми палку, пригодится. Дерьмо, я не могу, у тебя есть это. Я сейчас врежусь в него 100%. Левый шут. Чет. Сейчас беги. Я бегу. Я не могу, Майк. Эф, фонарь. Я не слышу тебя. Все, за нами никто не идет. Но здесь связь все потерялась. Выпей что-нибудь, тогда подумай.
И для открытия инвентаря. О-о-о. Ах. Это вот это? Фляжка? Бля, ну прикольно. Отлично, пусто. А как его, как ее убрать? Подожди. Заполните флягу. Где его взял? Где-то слышишь, что вода течет, но... О. Хм. Ты меня испугал, га. Из-за нее думаю, что мы в скрытом режиме. Ага. Мне нужно поймать дыхание. Задержите дыхание. Как насчет Майка? Не видно ничего по этой погоде. Нам нужно ждать до утра. Хорошо, так что? Нам нужно отдохнуть и есть. Хорошо, огонь. Я могу сделать огонь. Ты научил меня. Отлично, сделаю это где-нибудь рядом. Да, давай, сейчас ёбну здесь. И проверим, рюкзак остальное должно лежать там. У нас есть сосиски. Кусок бревна. Спальный мешок и труд. Все, я все заберу. Вкладка создания. А у нас нет камней. А где мне камень взять? Хорошо. Вот эти камни? Это ка... О, можно разобрать эти камни. 8 камней, все шикарно. Блять, их нужно 12. Создаем. Ну, и что? Я сделал уже. Поместите костер. А как его использовать? Алло. Я не понимаю. Как разместить это все? А, блять. Нужно в инвентаре взять. Да, вот здесь. Вот, положите, зажечь еду, топливо, расходники. Пустой солод. Так, ну у нас нету ни хрена. Теперь мясо. Это сосиска, ёпта, а не мясо. Это приятно, хорошо. На температуру тела влияет несколько факторов. Так, давай согреемся. Есть информация, короче, здесь, что, как и почему. Хорошо. Теперь у нас... Ох, ебать, черт, прячься. Останься здесь. Ебать, еще и Миша пришел. Сейчас он еще здесь... О! Сейчас наши сосиски сожрет, сучара. Ты прикинь? Пришел, сожрал, сука. И сейчас еще ляжет поспать, да? Конченый, а. Все, мы можем сейчас уходить. Сумка в воздухе лежит. Другие медведи, люди. Но медведи не едят, лекают, конечно, жрут, ёпта. А есть еще мясо, куски, что ли? Так, и чё? Проверить еду, ну... Фух, отвратительно. Открой инвентарь, чтобы съесть. Потом поменяемся. Сидим всем. Не волнуйся, мы найдем его также. Поместить спальный мешок на землю. Подожди. Мне нужно. Да блять. Сосиска. Вот он, спальный мешок. Использовать. Давай возле этого, чтобы тепло было. Че, вот здесь что ли? А, вон туда. Все, а он типа будет стоять и смотреть, да? Серьезно. Угу. Сейчас нас... Просто короткий поезд. Это будет прекрасно.
Сейчас нас срочно будут, походу, будить, что-то произошло. Давайте, ребята, просыпайтесь. Черт, мы опоздали. Тут автобус, да, не беги. Медведь. Проснись, беги. Не говорите, что тебе еще и самому нужно было проснуться. Прикольный, кстати, вот индикатор огонька просто горит. Оно вроде как-то какой-то минимализм, что ли. Просто так выглядит, как прям и глазам приятно. Жопа горит, вон, видишь, у человека и нормально. Вон утка даже обернулась, или кто там? Гусь, утка. Так, аптечка, бинты, листы. Хорошее начало. Уже бежим. Не, ну по графе сочно, кстати, хорошо прям. И фляжка такая летит, он только хватает фляжку. О, спасибо. И пошел обратно. О, какое небо. Зеленое. Как мне еще волки? Что за, где я? А это вот что, сожрали, что ли? Ой, блядь. У нас еще новое. Так, задание выжить. О, я не чувствую свои пальцы. Ну, да. Хорошо, что еще в перчатке. Я должен позвонить ему. Черт, я потерял на свое сражение. Нужно добраться до туда. Нужно согреться. Идти горящим источником. Где горячий источник? Кто-то хрумкает. Ну, ебучий дом. Это волки так обили? А, так у него, смотри, он перчатки еще порвал там. А, конечно, обмерзал. Какого... Опа. Не говори, что это тот Майк или как там. Черт, он мертв. Йоу. Жутковато. Идем. Не думай об этом, просто иди. Согласен. Заебись. Охуенно. Такой он на вид вообще добрый песик на самом деле. Я не знаю. Очень добрый песик. 12.03. Это самый крайний, получается, автосохранение работает. Ну вот как раз и здесь, видимо. Мы будем знать, что после этого идет волчара. Не, ну очень классно, очень сочно. И очень необычно. Очень необычно. У нас есть, в принципе, все. У нас есть инвентарь, у нас есть создание. То есть вот это... Чтобы согреться, нужно найти источник, нужно найти что-то. То есть это очень... Прям реализм. А к чему нам? Зачем нам? Так, кусты. Ну вот это немножко, мне кажется, глуповато на самом деле. Я не думаю, что волк не услышит или не учует нас. Ну я не знаю. Тем более мы все кровью пропитаны, про это прохерачены, да? Так, травы нету, значит можно бежать. Вот, наконец-то. Сейчас согреемся. Это гораздо лучше. Блин, я... О! Ебучий дом. Побежали. Спасай свою жизнь. Прекрасное начало. Ну а чё, волки тоже хотят есть, ёпт. Но я достаточно быстро бегаю. Ой, бля. Ой, заебись.
Моя нога, а теперь еще и нога. Мне нужно позаботиться об этом. Куда? Подожди. Нам надо как-то наверх подняться, вот в этот домик. Я не удивлюсь, если там Мишка живет. А че он радиоц... Он радиационный. А, его нету, это выдумка. Что со мной не так? Я хуй знает, честно, я не знаю. Нет. А, мы же не можем прыгать. Наша нога сломана. Смотри, там волк стоит. Все, до свидания. Не, ну тут хоть... Может быть, ее, скорее всего, можно будет потом отстроить. А что здесь делать? Подожди, проверка хижины. О. Жгут. Шина для ноги. Так, открыть инвентарь, подожди. А, рецепты, волокно. Давай. Ну и все отдельно. Теперь у нас типа шина есть, да? Что здесь еще можно открыть? Так, печь, вот считай, смотри, сколько здесь можно. Кусок бревна, камин. Раздробленная бутылка. Это все, в принципе, нам нужно и пригодится. Травяной чай. Водка, воу, ты ёпта, водка это хорошо. Не, ну смотри, здесь в принципе там много чего есть полезного. Мне кажется, все. Вот, вот этот, вот это я считаю уже более-менее реалистичная выживалка. В плане того, что здесь действительно есть, ты используешь все. Все подручные средства, практически банки, раздробленные всякие штуки. То есть все можно использовать, все можно взаимодействовать. Это достаточно сочно. Иди спать. Так. Ну давай, 7 часов поспим. Ебать, у него там фильмы ужасов снятся. Сейчас опять в каком-нибудь другом месте окажется. Так уже не сломано ногой, а без яйца. Симптомы, смотри, у нас какие-то заражения, мы хотим жрать. Только почему-то на английском. А, все, типа перевод, да? Жажда, голода, энергия. Происходит мозг затронут, ваш рассудок страдает. Это будет происходить до тех пор. Все, я понял. Симптомы Мишки. Психоз, дезориентация. Вы начинаете видеть то, чего нет. Некоторые из них абстрактны. Так, подожди, заблуждение, психоз. Ох, ёбана. У нас крыша. Галлюцинация. Давай просто вот это хотя бы. Не хочу, чтобы передо мной появлялись всякие штуки. О, у нас неоновая обувь. Шнурки. Ужасная ночь. Вы можете сохранить игру взаимодействия с кровати. О, можно сохраниться. Получить контроль, получить ваше снаряжение. Вроде никого нет. Идем. Смотри, с горки даже можно кататься. Японский дом. Оп-оп. Че это выпало? Пляшка. Вот ты где. Надо воды набрать теперь. Хотя снега здесь много. О, то есть ты можешь снега брать
водичку. Есть снег можно. Ничего себе. Вон, смотри, показывает. Но вот это, вот, вот это реализм. То есть, в принципе. Как бы, вот, допустим, поступил, да? Как бы нормальный человек. Если хочет пить. Блядь, следы медведя. Ну. А, мне же нужно ее использовать сначала, подожди. Так, давай сразу попьем. Еще разок. Все, жажды нет. Набирай. Ну, просто мало останется, поэтому вот, все. Освобождение рук. Добраться до своего рюкзака. Идем за рюкзаком теперь. Следы рядом с ним. Но он же бежал за нами, по сути. Для фокусировки инстинкта, бля. Ох, нихуя. Не, ну слушайте, ну как бы... Очень... Хорошо прям. Лучше быть осторожным. Так, хорошо. Вот здесь упала радейка, да? Фотография жены. Ебать, не-не-не-не-не. Нет, я не могу получить это сейчас. Ебать. Она же вниз упала? А, вон туда упала, все, я понял. Больше за счет выносливости. Так, нет, жажда нет, проголодался немножко только. Так, а что у нас есть? Подожди. Древо банка. Может, водки ёбнем? В любой непонятный покушать. Ишь, кушать. Сейчас мы ёбнем бутылку водки. Пьяное мужество. Ну, круто же. Еб, твою мать, теперь не могу запрыгнуть. Смотри, я иду прямо, он идет в сторону. Нажрался, ёпта. Здесь не залезу, да? Угу. А, вот фокус. Стой, траву можно брать. Дикая морковь. Он пошел к дому, скорее всего. Но у меня пьяное мужество, не посрать на медведя. Цыпленок из ле... Чего? Цыпленок из леса. Гриб чага. Отлично. Грибы это хорошо. Ля, вот смотри, горячий источник. Хорошее место. Есть все абсолютно. Так, давай опять вернемся в это место, блядь, чтобы... Да, блядь, ну что тебе надо-то, ну? Ну? Индикация же обычно проходит. Ладно, срать, идем сюда. Так, бочки ничего нельзя смотреть. Неужели он сейчас нас встретит где-то здесь, не? Хорош. Прекрасно. Не, ну мне нравится, что есть горячий источник. Это как бы... О. Труд, табак, волокно. То есть, в принципе, все нужное для выживания. И покурить,
и выпить. Ай. Так, что у нас есть? Куда идти? Угу. Не, ну а что, в принципе, можно здесь спрятаться. Мне нужно найти выход из этого. Так ты же сам сюда залез. Чудик, блядь. Книжки. Проклятие. Не, ну навряд ли он как бы сюда залезет, блядь. Ну это слишком надо быть, он же толстяк. Да я все заберу для начала. И вообще все можно брать. Все можно использовать для крафта. Это очень круто. Паровозик даже, блядь, можно забрать. Не, ну а что, из него полосы масса какой-нибудь. Табак, табак. Банка, банка. Блять, у меня столько табака, что просто мама не горюй. Сковородки, все беру. Чайник возьмешь, ух, ебать. Мясные шарики. Мясные шарики. Свечки есть, да? Все, забирай. Какой у него большой рюкзак, боже. Зато смотри, какой хороший. Сколько я всего понабрала? Что, нельзя отсюда вылезти? А, я спрыгнул, теперь не знаю, как сюда залезть. Ага. Топор, о, ёпта. Шикарно. Я облажался. Да, блядь, сломай это уже. Куда идем дальше? Погода, смотри, какая хорошая. Возможно, он все еще здесь. Возможно. Деревья и ломать двери. Цыпленок из леса, блядь. Это как? Че это? Такая трава такая есть? Смотри, здесь вообще зелень уже пошла. Смотри, вот они шаги. След заканчивается здесь. Ты шо, говорит, ебала, что ли? Туда идешь. Давайте попробуем дерево вырубить. И вообще, как бы, лезвие это... Подожди, в смысле, блядь? Там у меня топор сломался, что ли? Так, создание, подожди. Веревка высокая. Так, создать. Так, топор. Почему? Так, топор. Нужна ветка. Холодная вода. Волокно. Ткани за волокно. Мне нужны ветки, а я не могу ветку. Где мне ветки взять? О, ветка. Давай пособираем веточки. Хорош. Сколько всего тут есть. Топор. Создать. Это мертвый олень, которого я видел. Используй топор, чтобы рубить деревья. Теперь мы можем использовать. Ну-ка давай. На-на. Вернуться к тушке олени, если что-нибудь небольшое. Олень. Здорово. Нихуя. А каким образом я должен тебя убить? А может, волка замочить? Давай попробуем. Иди сюда. А, ты не умеешь их бить, все, я понял.
Я понял, ты только оленей можешь мочить. Все. Я понял, я понял, я понял. В любом случае, очень круто, очень реалистично. И я думаю, игрушка действительно заслуживает какого-то лайка. И посмотрим, когда выйдет полноценная версия, не пролог. В любом случае, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Хэлхант, ребятки. Всем спасибо, всем пока.